Всем привет! Вы на канале Мир Людей. Перед просмотром видео не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале. О ком вы подумаете, прочитав фамилию Нилов? Даем пари об Алексее Нилове. Но у актера, известного ролью в «Улицах разбитых фонарей», есть и не менее талантливая дочь – Елизавета Нилова. Актриса еще сравнительно молода, ей всего 34 года. Но несмотря на это, она уже много где сыграла. Вот неполный список сериалов и фильмов, где зрители могли видеть Елизавету. «Последнее путешествие Синдбада», «Еще не вечер», «1814», «Правосудие волков» и многие другие. Всего в копилке молодой актрисы 47 работ. Сразу после школьной скамьи девушка твердо решила, что пойдет по отцовским стопам, продолжив актерскую династию. И как видим, ей это неплохо удается. Заметим, что всех ролей девушка добилась не благодаря знаменитой фамилии, а благодаря упорству и трудолюбию, плюс щепотка таланта. Девушка не очень любит журналистов, поскольку они постоянно норовят выведать у Елизаветы подробности личной жизни. Достоянием общественности стали лишь два небольших факта. О них рассказала не сама актриса, а ее отец Алексей Нилов. По словам актера, его дочь состоит в браке уже 9 лет. Но раскрыть имя супруга Нилов-старший отказался. На вопрос, подарила ли дочь ему внуков, актер ответил отрицательно. Также известно, Елизавета живет буквально на два города. Нет, не подумайте ничего предосудительного, просто девушка работает в столице, а живет с мужем в Петербурге. Многие посторонние наблюдатели отмечают, что актриса по манере игры и по внешности очень похожа на своего именитого отца. А как вы считаете, дорогие друзья? Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем пока-пока!